Всем здорово! Наконец дошла очередь до последнего персонажа Mortal Kombat Ultimate. Честно говоря, не очень хотелось сделать гайд по Мелине, потому что я опоздал с этим гайдом на полгода. Но лучше поздно, чем никогда, не так ли? Да и я как бы обещал. Пару слов перед тем, как мы начнем. Сегодня мы будем разбирать Мелину, все ее сильные стороны, ее комбо, разводки и даже тактику игры. Сразу скажу, что персонаж неплохой, за нее можно тащить, за нее можно играть и выигрывать. И ни в коем случае она не слабый персонаж, как многие думают, и даже ставят ее наряду с Шалканом. Нет, это не так. На удивление, данный персонаж легче, чем Рейн и Рэмбо в изучении, но при этом выигрывать за нее сложнее. На самом деле, это не редкое свойство, когда персонаж очень прост, но при этом за него сложно выигрывать. Давайте время не тянуть, по традиции рассмотрим вообще все инструменты Мелины, а потом уже перейдем к сборкам. Погнали! Как всегда, начнем с мобильности и посмотрите, какой мощный задний привод у Мелины. Дэши вперед тоже быстрые, но дэши назад — это самые лучшие дэши назад. Может, у Джокера и спауна будут не хуже. Исключительные дэши назад о чем-то договорят. Такие дэши назад помогут вам лучше ловить противников на промахе. Да и ваш зонинг и контрзонинг становится более опасным. Наряду с Рейном, мобильность — это одно из сильнейших оружий Мелины, которое мы будем использовать. Обычный удар однёркой, ничем не примечательный удар. 8 кадров, не лучший стартап, не лучшая длина, да и на блоке минус 5. Как прессинг опция пойдет, конечно, но не супер круто. Другой базар назад один. Да, он еще короче, чем мое хозяйство, но зато это мид. Продолжение в полную серию назад 1-1 ведет на полное комбо. Безопасный быстрый мид, ведущий на полное комбо, извините меня, это уже круто. Этот 10-кадровый мид – основной инструмент вскрытия противника. Вперед один – лучший стагер Мелины, или понятным языком – лучшая прессинг-опция. Всего 0 на блоке, хай, очень длинный. Можно использовать в комбо, а после попадания в блок вы можете отменить захват. При этом и в воздухе цепляет, будь здоров. Тычка вниз один. Ничем не примечательная тычка, обычная, как практически у всех персонажей. 7 кадров. Длина тоже обычная, плюс 13 при попадании. Обычная тычка для защиты. Голая двойка — это прием из двух ударов сразу. Полезен только при продолжении в полную серию. Назад 2 – это одиночный удар оверхед. Оверхеды можно блокировать только стоя, но другой вопрос, что этот оверхед достаточно медленный – 25 кадров. У Скорпиона, к примеру, оверхед практически такой же, но при этом быстрее. Заглядывая вперед, скажу, что этот оверхед можно будет использовать вместе с невидимостью, он станет более эффективным, но в других случаях я особо не вижу смысла его делать. Разве что над тычками перелететь. В любом случае, более-менее нормальный игрок сможет на это среагировать. Вперед 2 – это нижний удар, который нужно блокировать только сидя, но без продолжения в полную серию он бесполезен. Минус 7 на блоке. Дошли до апперкота. И, кстати, очень недооцененный апперкот. 10 кадров — это достаточно быстро, но при этом хитбокс такой, что вы почти всегда сможете закомбить после него. Нет, серьезно, апперкот реально очень хорош. Этот апперкот будет использоваться в комбо, что увеличит урон Мелины. Голая тройка становится более эффективной, если продолжить в полную серию. При этом этот удар имеет на блоке плюс, но с пушбеком, поэтому данный плюс практически не реализовать, и в целом от него нету особого толка. Еще этот удар будем использовать в комбо. Назад 3. Нижний удар, кстати, схожий как удар Рейна, но при этом этот короче по ощущениям. И как прессинг инструмент тоже это не используешь. При этом на блоке минус 10, то есть в теории это еще и смогут наказать. Вниз 3. Очень странная тычка. Она вроде как длинная, а вроде как нет. Благо минус 8 на блоке практически не наказать. Но достаточно долгий, 12 кадров. При этом это все еще самая лучшая тычка Мелины. Голая четверка — это вот такой крутящийся удар. Довольно интересный удар, потому что он отменяется в спецприем, и можно выйти на полное комбо. При этом на блоке плюс 2 огромный пушбэк, поэтому засуньте свой плюс 2 себе в жопу, разработчики. Применение такому удару будет найти сложно. Подсечка стильная, но это подсечка. Я на этом останавливаться не собираюсь, ничего особенного здесь нет. Двигаемся дальше. Вперед 4 – это второй хлеб Мелины наряду с назад 1. Продвигающий средний удар. Иногда над тычками пролетает, а в связке с временем для игр становится наиболее опасным. Отлично. Тычка вниз 4 не впечатлила. Анимация похожа на тычку Терминатора. 9 кадров, что быстро, но очень короткий. Свою работу, конечно, выполнять будет, но плохо. И для антиэйра он подходит очень плохо, потому что антиэйрит через раз.
напрыгай ногой в воздухе. 11 кадров при этом отменяется в полную комбу, если вы попадете им. Но все-таки 11 кадров это достаточно медленно. Далеко не лучшая напрыга ногой, хоть и далеко не худшая. Напрыгай двойкой в воздухе у Мелины самый быстрый удар в воздухе, 9 кадров. В воздушных дуэлях Мелина не сильна. Эта напрыга достаточно длинная, имеет хорошее преимущество при попадании, но все равно 9 кадров это самый быстрый удар в воздухе. Печально. Тяжело с такими атаками в воздухе будет выигрывать воздушные дуэли, но попытаться стоит. И напоследок я оставил самое главное – удар рукой в воздухе через однёрку. И вот это уже, ребята, другой базар. Обалденная область попадания, попадая даже по сидящим без блока противникам. И забегая вперед, наш геймплан будет строиться от этого удара. Это, наверное, один из самых важных ударов Мелины. Почему, спросите вы, вроде бы напрыга не самая лучшая, у многих персонажей лучше, например, у Шансунга или Саб-Зиро. Но все относительно, не так ли? Инструментарий всех бойцов отличается. У Шансунга есть длинный вперед 2, у Саб-Зиро есть вниз 4, вперед 4 и назад 1. У Мелины же более-менее вменяемый длинный инструмент для подхода это вперед 4, но не такой длинный, как вы думаете. Большинство тычек будут останавливать Мелину, и она не сможет никому подойти. А когда вы не можете подойти по земле, что вы будете делать? Правильно, двигаться по воздуху. Имея такие проблемы на земле и такой крутой джамп один в воздухе, это можно использовать в свою пользу. К тому же у Мелины очень хороший урон. И при удачном раскладе будет очень хорошая награда. Но об этом подробнее чуть позже. А пока продолжаем. Атака на вставание вверх 3 самая обычная, ничем не примечательная. Минус 6 на блоке, безопасно. А вот вверх 2 поинтереснее. Мелина делает воздушный ролл, и это 9 кадров. Достаточно быстро, отличная область попадания и просто идеально для чистых блоков. Захваты Мелины уходят на второй план, зная, что у нее есть командный захват. Но об этом чуть позже. Броски не совсем бесполезны, потому что на броске вперед есть сокрушительный удар, условия которого не падать и не прыгать в течение 10 секунд. Теперь переходим к сериям. У Мелины средний арсенал из серий, если можно так сказать. Серий не так много и лишь некоторые полезные. Что ж, давайте пройдемся по каждой из них. 1-1. Серия из двух ударов при этом отменяется в спецприем для полной комбы. Это самая быстрая серия Мелины, поэтому ее мы будем использовать для быстрых наказаний. При этом на блоке всего минус 2, подойдет для прессинга. 1-1-2. Продолжение этой серии, которая минус 10 на блоке, то есть это наказывается. Данная серия нужна, чтобы после ваших двух ударов побоялись влезть, и вы смогли попрессить. Эти серии вкупе с временем для игр становятся более эффективными. Назад 1-1, про него я вам уже говорил, это наш главный мид-инструмент для вскрытия. Отменяется в полную комбу, минус 6 на блоке, безопасно. Это реально крутая серия Мелины, 10-кадровый мид это топ. Назад 1-1-2, продолжение нашего крутого мида в третий удар. Использовать его нужно только в блок, чтобы попытаться не отдать ход противнику и отбросить его подальше. Почему попытаться? Ха, вот почему. Назад 1-1-4 же нужна, чтобы таких смельчаков третьим ударом наказать. Очень рискованно, потому что на блоке это убийство. То есть вы поняли, да, как работают три эти серии? Просто назад 1-1 хоть и будет безопасным, но оставит вас в упор к сопернику и даст ему право свободно начать свой ход. С помощью назад 1-1-2 вы можете рискнуть и этот ход ему не дарить. Но тогда противник может присесть без блока. И если вы все-таки уверены, что противник присядет без блока, для этого есть как раз серия назад 1-1-4, чтобы немного урона ему нанести. И да, очень важно сказать, что на серии назад 1-1-4 есть сокрушительный удар. Условие простое, сделать комбу из 7 ударов и более. Отличный крашинг блоу. Серия вперед 1-2. Продолжение того крутого длинного стагера, помните? Эту серию нужно делать только в блок.
тех ситуациях, где вы попытались наказать какой-то удар, но не успели. И поэтому вы просто делаете два удара и остаетесь в безопасности. Если все-таки успеваете, то, конечно, делайте полную серию. Вперед, 1, 2, 4. Два удара точно нет смысла делать, если вы все-таки успеваете. Но если нет, не смейте отменять в третий удар, иначе вам хана. Кстати, интересный факт. Когда Мелина становится невидимой, есть небольшое окно, где она полностью неуязвима. Серия 2-3-3. Как одиночный удар это было полное говно, так и серия. Слишком медленная для наказаний. Ну а по длине вы и сами видите. И нет, это не автошими, если вы шарите. Полная серия гораздо интереснее. Здесь на блоке будет плюс один. И в целом можно попробовать попрессить. Но я, если не поспешу вас обломать, не так ли? Забудем про последнюю серию и перейдем к следующей. Это серия вперед 2-3. Нижний удар, который наказывается на блоке. Но на ней есть сокрушительный удар с тяжелым условием. Контратака или наказание высокого удара. 3-4 это серия с самым высоким уроном, поэтому эту серию часто вы будете видеть в наших комбо. Постарайтесь приучить себя наказывать промахи именно этой серии, будет много урона. Назад 3-4 это, конечно, смешно. Полностью бесполезная серия, которой я не нашел ни единого применения, разве что сделать какую-нибудь дурацкую разводку с квик-хопом. А вот вперед 4-3 одна из самых крутых серий Мелины. Но один момент, она становится крутой только в связке с временем для игр. Потому что с временем для игр вы сможете отменить данную серию в спецприем и тем самым выйти на полное комбо. Вообще я не понимаю прикола, почему одна и та же серия работает по-разному, если у вас экипирован какой-то спецприем. Это очень странно, если время для игр есть, то хард-нокдауна не будет, а если времени для игр нету, то будет хард-нокдаун, и мы не сможем использовать полный потенциал данной серии. Почему это так работает? Очередной крутой дизайн разработчиков Mortal Kombat? Что за бред? В итоге, заглядывая на будущее, мы теряем драгоценнейший слот под кастомки ради использования одной серии. Перед тем, как мы рассмотрим кастомки, перейдем к базовым спецприемам. Всего у Мелины таких три. И вот здесь Мелина плеерам повезло. Два топовейших спецприема, ну правда один хлам, но тем не менее, давайте же перейдем к ним. Сай Прожектайл. Не просто прожектайл, а быстрый и который наносит 70 урона. При усиливании еще и лоу, то есть блокировать только сидя. Этими саями можно даже прессить и обезопасить свои серии. К тому же они почти всегда цепляют воздушных оппонентов. Никаких прыжков. Эти саи являются одними из лучших прожектайлов во всей игре. Вдобавок к этому отнимают отличный чип урон. При этом пускают сразу 4 снаряда при усиливании, то есть можно добить в чип. На сладкое отнимают 70 урона, что позволит выиграть размен практически со всеми другими прожектайлами в игре. Телепорт. Это как раз тот хлам спешл, про который я вам говорил. Все потому, что прожимать эту дрянь надо вниз-вниз 3. Вниз-вниз, блин, что за дурацкий инпут? Неужели разработчики думают, что это удобно? Телепорт 21 кадр, то есть не самый быстрый. Отнимает достаточно мало урона, а при усиливании вы можете выбирать сторону. На реакцию данным телепортом наказать какой-нибудь снаряд будет практически невозможно. Разве что прочитать. Благо этот прием не кастомный. Так что кроме инпута к нему никаких претензий нет. А вот что действительно топ, объяснять не нужно. Это классический ролл Мелины является лаунчером, ведущим на комбу с хорошим уроном. Иметь такой хороший лаунчер в базовых спецприемах, это, ребята, круто. Ролл также неплохо подходит для антиэйров. И он быстрый, даже под прожектайлами можете прокатиться. Забегая вперед, скажу, что есть кастомные спецприемы, которые заменяют саи и ролл. И вы помните первое правило надевания кастомок. Кастомки должны быть лучше, чем базовые спецприемы, если они заменяют эти базовые спецприемы. Кстати, о кастомках, давайте посмотрим, что там есть. Итак, давайте же пробежимся по всем кастомкам, которые есть у Мелины. Нам нужно будет собрать все самые полезные и нужные инструменты, чтобы сделать нашего персонажа сильнее. Сначала мы по традиции посмотрим приемы, которые заменяют имеющиеся, а потом те, которые добавляют. Ну что, погнали!
Всего заменяющих спецприемов 3, и один из них это нижний сай. Нижний сай заменяют и так крутые прожектайлы, которые есть по стандарту у Милины. При этом эти саи бьют по ногам. Не буду отрицать, эти саи действительно не хуже, чем обыкновенные, которые есть у Милины. На нем также есть сокрушительный удар. Условием является наказать высокий снаряд противника. Но у этих саев также есть минус. Их гораздо легче наказать вблизи. Против некоторых персонажей вы не сможете обезопасить свои ключевые серии. Зато есть и плюс, появляются миксапы, хоть и не очень хорошие. В общем, по этим саям сказать тяжело. Они действительно улучшают зоник Милины с ее задним приводом, если вы помните, это круто. Дело в том, что вы заменяете и так крутые саи, при этом теряете слот. Возможно, этот слот стоит дать чему-то другому. Вот если бы эти саи не заменяли бы обычные, то вообще цены бы не было. Поэтому я думаю, нижние саи нужно брать только в определенных матчапах. Очень похожая ситуация с раскатом грома. Это по сути тот же ролл, только на весь экран. А, ну еще есть подпрыгивающее свойство, если вы не будете удерживать четверку. Такой ролл немного увеличит ваш урон с комбо, улучшит ваш антизонинг и антиэйры. Для антиэйра такой ролл реально очень полезен, но все-таки я бы рекомендовал использовать апперкот, мне кажется, так просто проще. У нее и апперкот хороший. Хотя против некоторых персонажей этот прием был бы классным дополнением. В общем, против прыгунов данный ролл самое то. Но опять же, тратите драгоценный слот, чтобы ваш и так крутой ролл был чуть более круче? Давайте посмотрим остальные приемы, чтобы делать выводы. Рывок повелительницы. Это последний прием, который заменяет базовый. Такая вот пробежка, прямо как у Джейд, только в два раза хуже. У рывка есть несколько опций. Во-первых, это нижний удар, который вы можете усиливать. При усиливании вы можете выбрать сторону, куда вы хотите, влево или вправо. Ну а если вы хотите как можно быстрее расстаться со своим метром, то можете усилить дважды и получить 150 урона. На рывке также есть отмена. Но у Милины очень длинный тормозной путь, поэтому плюсами там и не пахнет. Зато пахнет гигантскими минусами, которыми не просто не попресишь, а дай бог останешься в безопасности. У Джейд, к примеру, фреймдата в два раза лучше. При этом Джейд не заменяет драгоценнейший ролл. Что за чертовщина? Посмотрите на цифры при отмене. Минус 19. Минус 11. Разве такая фреймдата должна быть для прессинга? Если играете против Милины с рывком, не бойтесь лезть и наказывать ее за это. Хотя, по правде сказать, Милина может не отменять, и тогда вы попадетесь, но там очень мало урона, и Милина очень сильно рискует. Так что, по моему мнению, данный прием брать точно не стоит. Почему? Да все просто, он заменяет ролл, который является нашим единственным комбо-лаунчером. При этом сама пробежка не так хороша, как хотелось бы. Знающий игрок будет легко ее контрить. Поэтому, сори, не оценил. Теперь перейдем к приемам, которые добавляют, а не заменяют. И одним из таких является время для игр. Время для игр добавляет бросок после 1-1, также добавляет продолжение в серии вперед 4-3, которую можно усиливать, чтобы оставить противника на ногах для последующего прессинга, и продолжение серии вперед 2-3. Под 1-1 захват вы можете присесть без блока, однако Милина может не сделать в конце захват, а сделать что-нибудь другое, и если вы в таком случае присядете без блока, вы это скушаете. Но я, как игрок со стажем, решил проверить, настоящая ли там угадайка. Записал три варианта с миксапами. Попробуем позащищаться. И в целом получается, но через раз. Я бы вам сказал, 50% получается, 50% нет. В принципе, если отпустить блок в самый последний момент и успеть его быстро нажать, вы должны нивелировать все опции, но получается через раз. А во время потного матча и то, я думаю, будет реже. Так что, в принципе, можно считать, что миксап реальный. Вперед 2-3 захват же, я думаю, нужен для того, чтобы закончить какой-нибудь комбо. И то, я бы не сказал, что это оптимально. Вперед 4-3 захват может работать таким же образом. При этом усиленная версия может оставить противника на ногах, даст вам плюс и позволит вам прессить дальше. Кстати, на блоке очень хорошая фреймдата, минус 8, а это означает, что не все персонажи смогут Милину за это наказать. Помните нижний сай? Я думаю, с временем для игр против некоторых персонажей будет отличная связка. Потому что нижним саем нельзя было обезопасить вперед 4-3. А вот с временем для игр против некоторых персонажей вы это сделать сможете.
Но ключевым у времени для игр является вот этот момент. Посмотрите еще раз внимательно. Вперед 4-3, оставляет противника на ногах. Но если времени для игр у вас нет, противник просто падает. Ваша ключевая серия становится полностью бесполезной. Помните, про этот момент я в начале видео упоминал. С временем для игр вперед 4-3 становится очень эффективной. У Мелины и так мало хороших серий. Вперед 4-3 это одна из лучших ее серий, поэтому время для игр я бы сказал даже обязательно. Следующий спецприем это парящий сай в воздухе. И тут в целом объяснять много не надо. Воздушный сай не даст противнику прыгать, но это будет работать только если вы сделаете сай на опережение. Усиленная версия делает так, чтобы Мелина приземлялась гораздо быстрее. При этом такая усиленная версия позволит вам выйти на полное комбо. По правде сказать, и обычный сай нормально перебивает воздух. Воздушный, конечно, позволяет закомбить, но надо использовать 2 метра. Конечно, с воздушными саями открывается возможность сделать инстанты. Это такие мгновенные воздушные саи, то есть как только вы оторвались от земли. Но инстанты не такие хорошие и, честно говоря, не хочу ломать себе пальцы. В общем, воздушные саи неплохие, они улучшают нейтрал Мелины. Улучшают также контроль воздуха и можете закомбить, если сделаете правильную читку. Но это тратит слот и, честно говоря, такое себе. Так что давайте посмотрим, что еще есть. А еще есть скользящий сай. Мелина катит по земле сай, и вы сами решаете, когда этот сай пустить вверх. При усиливании сай падает сверху вниз. Такой сай отлично контролирует воздух и не дает противникам прыгать. Игра Мелины в зонинге сильно улучшается, ибо противник не может прыгать. Также Мелина пригинается под высокими прожектайлами с помощью этого сая, а при усиливании в контрхит даст вам сокрушительный удар, с помощью которого вы выйдете на полное комбо. От усиливания в блок ваш противник может выйти дэшем. На промахе, кстати, тоже. Вообще, мне сай очень понравился. Неплохой зоник-инструмент, который еще полностью контролирует воздух. Отличный спецприем для зонерского стиля игры. В принципе, у Мелины достаточно хороший зонинг, особенно с этим спешлом. Следующий спецприем — это невидимость. Хотя полностью невидимостью это не назовешь, ибо пердеж Мелины все еще видно. Но, тем не менее, это невидимость, у которого инпут вверх-вниз. И как это прожимать вообще? Многие новички сейчас зададут этот вопрос. Способов два. Либо вы отменяете какую-либо серию в этот спецприем, и в целом проблем никаких не будет. Либо вы нажимаете блок, жмете вверх-вниз, ваш персонаж тогда не прыгнет, потом блок отпускаете и нажимаете двойку. Вуаля, вы невидимы. Видимо, разработчики, делая такой дурацкий инпут, предполагали, что мы будем делать невидимость только после определенных ударов. Другого объяснения такому дурацкому вводу я найти не могу. Когда вы невидимы, вы полностью непредсказуемы. Хоть делайте рандомный ролл, ваш противник это не увидит. Невидимость — это очень крутая штука. Жаль, конечно, она длится недолго, но тем не менее. Да, она тратит шкалу энергии, и защитную, и атакующую, но при этом вы становитесь невидимыми и можете скрывать свои миксапы. Такому спецприему всегда можно найти применение. Говнотелепорт пытались сделать чуть более полезным, добавив возможность сделать его в воздухе. Что ж, попытка не удалась. Предполагалось, что таким телепортом вы сможете наказывать снаряды, пока вы находитесь в воздухе. Но, как всегда, все работает не так. Вспомните нуб Сайбета, когда он телепортируется в потолок. Мелина же телепортируется вниз, в землю. Вместо того, чтобы уйти от прожектайла, она на этот прожектайл напарывается. В общем, телепорт реально ни о чем. Не тратьте драгоценный слот на вот такой бессмысленный спецприем. Может быть, в некоторых матчапах он и будет полезен, но пока что я не припомню ни одного. Давайте лучше перейдем к самому последнему и самому полезному спецприему. Конечно же, я говорю про командный захват. Засечка. 10-кадровый командный захват, отнимающий 140 при усиливании, 100 при обычной версии. Также вы можете выбирать сторону. Командный захват также является армор-брейкером, который даст вам огромный урон. Еще командный захват является комбо-эндером, то есть вы завершаете комбы с помощью этого командного захвата. Но после серии ударов вы этот командный захват не сделаете, только после тычки.
Кстати, обратите внимание, если вы не усиливаете командный захват, Милина откатывается назад. Если вы усилите командный захват, Милина всегда покатится в сторону, куда она смотрит. Командный захват, в отличие от обычного захвата, наносит на 10 урона больше за метр, если вы усиливаете. А я рекомендую засечку всегда усиливать, за исключением моментов, когда у вас нету метра или вы не хотите попасть в угол. Также командный захват нельзя порвать, он является армор-брейкером и завершителем комп. Ну а на сладкое у него очень простой ввод, прямо как у Робокопа. Ну что, друзья, мы пробежались по всем спецприемам и время делать выводы. Нижний сай оказался достаточно полезным инструментом, который мы будем использовать во многих матчапах. В особенности в тех, где противник не может наказать эти нижние сай вблизи, а время для игр обезопасить серию Милины вперед 4-3. Раскат грома хорош, но и обыкновенный ролл тоже очень неплох. Обычный ролл тоже может антиэрить, честно говоря. Поэтому лучше драгоценный слот отдать на что-нибудь другое. При этом раскат грома можно взять против персонажей, которые любят много прыгать. Рывок повелительницы, к сожалению, мимо. Заменяет драгоценнейший ролл, единственный наш комбо, лаунчер, ведущий на комбы за 30%. Спецприем разочаровал, мало урона, плохая фреймдата. Она точно бы стоила одного слота, если бы не заменяла ролл. Вот время для игр оказалось чертовски полезным. Кто ж знал, что будет облом такой, что одна и та же серия работает по-разному, в зависимости от того, экипирован у вас кастомный прием или нет. Вперед 4-3 оказалось слишком нужной серией, чтобы ее не использовать. Время для игр открывает Мейлине эту возможность. Воздушный сай оказался совсем необязательным спецприемом. Буквально чуть-чуть улучшается нейтрал Милины, и на этом все. Спецприем бери не бери, а особо игра не изменится. А вот скользящий сай — это бонус к и так хорошему нейтралу и зонингу Милины. Вы контролируете воздух и можете позонить своего соперника. По мне, хоть и не обязательный спецприем, но гораздо лучше того, что могло быть. По крайней мере, его в матче вы будете использовать. Исчезновение по силе схоже со скользящим саем, но требует больше времени на изучение. Вместе с невидимостью можно придумать много интересных разводок. Телепорт в воздухе хлам, не хочу даже время на это тратить. Он работает не так, как должен, и занимает целый слот. Поэтому я не рекомендую его брать. Слоты у нас ограничены. Последний же кастом мув — это командный захват, и я считаю, что он должен быть в каждой сборке. Геймплан Милины строится от командного захвата, поэтому его обязательно брать. Ну что, как всегда, взвесив за и против, мы с вами уже запросто можем сделать примерные сборки. Итак, давайте посмотрим, что у нас вышло. Ультимативная вариация Losty Girl. Без лишних вопросов, я думаю, это лучшая вариация. Командный захват, время для игр, что обязательно, и скользящий сайт для еще большего контроля нейтрала. Конфетка. Вариация бриллиантовая девушка по большому счету такая же, как предыдущая, только здесь у нас есть еще и нижний сай для еще более крутого зонинга. Больше прессинга вариация мисс Васька, здесь у вас есть командный захват, время для игр и невидимость для еще больших разводок вблизи. Крутая вара для игры в упоре. Вара кальмара против прыгунов — то, что надо. Все как по стандарту, засечка и время для игр, и раскат грома, чтобы не прыгали постоянно. Против какой-нибудь Джеки Брикс — это та вара, за которую нужно играть. Вариация Zoning is my life говорит сама за себя. Наверное, самая бесячая вариация для ваших противников. Максимальный зонинг в лице нижнего сая и скользящего сая, и еще неплохая ближка из-за командного захвата. Что ж, со сборками разобрались, давайте теперь перейдем к комбам за каждую из 5 вариаций. Чтобы вашу голову, как всегда, не забивать, я покажу вам лишь самые нужные комбинации. Благо, их всего лишь парочка на каждую ситуацию. При этом в каждой варе практически одни и те же комбы. Давайте приступим. Оптимальная комба с назад 1-1. Здесь самое сложное — после апперкота нажать вперед 1. Мой совет — нажимайте в самом конце. И лишь один раз. Точно такая же комба, но со сменой стороны. Вы просто делаете в конце командный захват. Точно такие же комбы вы можете делать и после вперед 4-3, не забывайте. Если вам слишком тяжело нажимать вперед 1 после апперкота, можете сделать вот такую комбу. Она гораздо легче и отнимает практически так же. После напрыги ногой вот такая комба. Отменяем в ролл и делаем вперед 4-3 командный захват.
Также важнейшая комба с Crushing Blow, не забывайте про нее. Делайте ее при первой же возможности, не оставляйте на потом. Теперь парочка комб с сокрушительным ударом. Вот такая комба без метра. Если сложно, вперед один не делайте. Комба с метром. Всегда вливайте метр, если у вас есть. И да, не забывайте, что у вас есть Armor Breaker в лице командного захвата. Комба после редкого Crushing Blow без метра. С метром точно такая же, как и с Uppercut Crushing Blow. Комба после Crushing Blow с Сая идет так же, как и с Ролла. Если дистанция слишком далекая, просто делайте телепорт. Во второй вариации комбы абсолютно такие же, как и в первой. Не забывайте, здесь только Сай поменялся. В третьей вариации тоже точно такие же, как и в первой. Но здесь вы можете делать какие-нибудь сетапы, типа такого. В четвертой вариации вам надо удерживать кнопку четверки во время ролла, чтобы делать такие же комбы, как и в первой. Но если не удержали, то вот такая комба. С голого раската грома делаем вперед 4-3 командный захват. С сокрушительным ударом можно сделать вот такую крутую оптималку. Комбы в пятой вариации точно такие же, как в первой, только здесь мы не можем комбить через вперед 4-3. Вот и вся разница. Вот мы и перешли к главному разделу, по сути, к тактике игры за Мелину. Здесь, как и всегда, мне важно сказать, какими инструментами мы играем и как вообще ведем наш план на бой. На экране я играю с одним моим хорошим подписчиком, с Дэниелом. Важно понимать, что Мелина — это универсальный персонаж, у которой есть и зонинг, и неплохой прессинг. И самое главное при таких инструментах — найти правильный баланс между атакой и защитой. Однако все-таки я думаю, что имея такие инструменты, как у Мелины, я склоняюсь в сторону защиты. У Мелины есть потрясающие дэши назад, потрясающий сай, нижний сай для зонинга, в целом все для того, чтобы попробовать позонить противника. Нет, это не означает, что за Мелину нужно играть вторым номером, постоянно отходить назад и заставлять противника подходить. Но если такая возможность есть, то лучше это использовать, потому что тогда ключевые инструменты для контратаки Мелины станут более эффективными. Итак, давайте посмотрим на конкретный пример. Вот такая ситуация, например, возникла у нас в матче с Дэниелом. Как видите, я получил небольшое преимущество по здоровью. И чтобы это преимущество реализовать, я решаюсь уйти в защиту и попробовать позонить своего оппонента. Зонить Люкана, конечно, у меня получается не так хорошо, но зато получается реализовать контратаку с вперед 4-3. Бросив Сай и увидев, что Дэниел заблокировал его, я попытался сделать выпад вперед с вперед 4-3. Противник явно не был готов к такому, и зонинг реализован. А вот пример реализации контратаки с помощью Jump 1, про который я говорил вам в начале видео. Тут я пытаюсь отзонить своего оппонента и провоцирую оппонента, чтобы он стал на дистанцию моего прыжка. А вот и ключевой момент. Идеальная дистанция для совершения контратаки. Давайте попробуем. В целом успешно, правда, противник заблокировал. Да, противник не раскрылся, но зато я буду знать на будущее. И в следующий раз вместо меда я попробую поменять баланс в атаке и сделать командный захват. Брависсимо, вот мы и раскрыли нашего оппонента. И да, я специально не усилил командный захват, чтобы поменять сторону и уйти подальше от угла. И вот я совершил уже два прыжка, и я думаю, в третий раз такое точно не проканает. Думаю, в третий раз противник попытается меня сантиерить. И чтобы такого не произошло, в следующий раз я попробую напрыгнуть ногой. Наконец, следующая ситуация настала, посмотрим. Я так и знал, Дэниел попытался меня сантиерить.
Попрыгу ногой не так просто сантерить, поэтому я получаю полную комбу. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Через прыжки мы навязываем очень сильную игру. Но давайте перейдем уже к концу этого сета, когда Дэниел уже понял, как с этими прыжками бороться. Игра через напрыжки — это круто, но что если ваш противник делает крутые чистые блоки? Мой оппонент ловил меня на эти чистые блоки чаще, чем кто-либо. И в такой ситуации можно сделать только одно. Это приманку на чистый блок. Сделав голый прыжок, присев без блока и сделав апперкот, велика вероятность, что получится полная комба с апперкотом Crushing Blow. Поэтому игра через прыжки — это игры разума, то бишь mind game, от которого нельзя отказываться, даже если ваш противник это контрит. Но играя за Мелину, вы не должны позволять вашему противнику вас трогать. Это будет сексуальным домогательством. Поэтому, чтобы вы были неуловимыми, постоянно бросайте сай и проверяйте нижними тычками вниз три подхода противника. Не загоняйте себя постоянно в угол, а соблюдайте всегда баланс в атаке между вашим командным захватом и обычными комбами. Крутая мобильность Мелины будет позволять вам делать резкие контратаки. Только эффективность этих контратак будет зависеть только от вас и умения вами находить баланс в атаке. То есть, если, допустим, вы увидели, что ваш противник постоянно блокирует ваши серии, сделайте командный захват, постоянно меняйте опции атаки. И наоборот, если ваш противник злоупотребляет тем, что сидит без блока, делайте чаще средние удары, благо у вас их несколько. Сначала заставьте противника подходить к вам. Так будет удобнее потом напрыгнуть на него или сделать резкий выпад вперед, каким-нибудь вперед 4-3. Сделать это вы можете с помощью ваших саев. Но если у вас не получается заставить вашего противника подходить, то у вас есть достаточно длинные опции в лице вниз 3, вперед 4-3 или даже вперед 1-2. Можно даже подходить с помощью саев, знаете, делаете дэш вперед и бросаете сай, чтобы ваш противник все-таки не пытался пятиться назад постоянно. То есть используйте контрзонинг. В общем, если коротко сказать геймплан Мелины, то это нахождение баланса в атаке между командным захватом и медовыми сериями. Ну а ее главные разводки заключаются, конечно же, в ее бэкдэше. Проверив любым ударом, вы сразу же можете сделать дэш назад, чтобы ваш противник, так сказать, на вас сразу не напал. Потому что дэш очень длинный, и противник просто промахнется. А вы, кстати, за это его накажете. Ну, давайте теперь перейдем к разводкам. Как я уже сказал, лучшие разводки Мелины связаны с ее дэшем назад. Это значит, что любой удар в блок практически вы можете продолжить в задний дэш и тем самым наказать противника за промах. Вперед один командный захват. Классическая, но очень эффективная разводка. Вперед один, бэкдэш, вперед 4. Все, кто полезут тычкой, чтобы среагировать на вперед один, скушают. Вперед 4-3 мы обезопасим, отменив саи. Как раз будет много урона в блок. Бэкдэш вы можете делать после многих серий, не обязательно после вперед 1. Напрыга однеркой, командный захват, ультимативная разводка. Пока вы зонитесь, не забывайте, что у вас копится сокрушительный удар на вашем броске. Прочитав воздушные снаряды, вы можете наказать их с помощью ролла. После бэкдэша не обязательно делать вперед 4-3. Можете попробовать сделать вперед 2-3, чтобы получить еще большую награду. Сделав антиэйр через вперед 1, будьте готовы выйти на полное комбо. Вниз 3 остановит пятящихся назад противников и даст вам преимущество хода. Промахнувшиеся удары можно продолжить в бэкдэш и попробовать даже наказать на промахе противника. После рестенда с усилением, после вперед 4-3 захват, ход ваш. Небольшой миксап с нижним саем. Вперед 4, нижние саи. Также голая тройка, нижний сай, тоже является миксапом. Ваши миксапы после невидимости становятся более эффективными. Подпрыгнуть с раскатом грома вы можете в самом конце. Раскачивать противника, чтобы найти ход, это полезно и нужно. Ну что, друзья, на этом наш гайд подходит к концу. Небольшой итог по поводу Мелины. Как я и сказал, я думаю, Мелина вполне себе нормальный персонаж. Не сказать, что топ-тир, но и лоу-тиром ее тоже не назовешь. Хорошая мобильность добавок универсальности делает ее хорошим персонажем. На этом у нас все. Если вам понравилось видео или вам хоть немного был полезен этот гайд, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. Так я буду знать, что вам интересно продолжение. Спасибо, ребята, за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.